shock our seas with a storm. Hold your positions. We captured A. Ядерная бомба! Блин, ну наконец-то HBR бесплатный, алло. Мне это нравится. Так, дата получения, значит, во. Сейчас прокачаем его. У тебя твоя пушка есть? На Симсон. Так, это... Это и здесь что-то еще. Увеличенный магазин или что лучше? Наверное, приклад вот это. О, и вот это. Нормально. В России у меня ошибка это. Да, походу у всех ошибка это. Нет, ну сказали же то, что ты часа будет. ПМСК. ПМСК? Ну как бы уже 3 часа ПМСК уже прошло. Наверное. У меня видео нет. Кто захватил Винска, не думаю. Да не я ж, конечно. Все, ладно, я тогда на тот пойду, который следующий будет, чтобы успеть. Если меня сейчас по пути никто не убьет, то я успею. Вот, блин, боты уже на меня тут охотятся. А как ты понимаешь, что боты не убьют? Что? А как ты понимаешь, боты не убьют? Потому что они стреляют медленно и не всегда попадают. А их очень легко отличить. Они такие глуповатые. Они еще у них камера, они то в небо смотрят, то у них камера крутится. Ну ты понял. Наверное, видел ты. Ну там, к примеру, вот был бот, но там уже не боты. Так, ну ладно, я значит уже. Да, я значит. Один хардпоинт уже занял, сейчас значит второй надо. Сколько я убийств делал? Ну, только ты убийство. Это тяжело будет. Так. Мне что-то не нравится идея выполнять это задание. Это какая-то глупо. Так что думаешь про Истер без присыла? Чё ты его перебафали? Ну знаю, я Истером как-то не очень хочу играть. Так, а что там щит у нас работает? Всё вообще изи. Вот тут такая тактика с это со щитами, чтобы не дать пройти никому. А, да. Типа все входы закрываешь, да и все. Ну это надо, чтобы у каждого был щит, ну или хоть 2 или 3 минимум было. Не аккаунт свой жалко, там конкретно. Так что, пацаны, вот с кем в турнире будем играть, надо, чтобы щит у кого-то был. Это отвлекающий маневр. Я побежал на тот. Давай, давай, давай. Да, ёж моё. Знаешь, чего жалко? То, что точку не ты захватил, а я. По случайности. В принципе, может, ещё будет время захватить. Тебе сколько ещё точек осталось, не знаешь? Да не знаю. Там пацан побежал не бить. Блин! Так, ладно, вы захватывайте, я знаю, где следующая будет. Все. Только не бегите сюда. Не надо. Есть. Есть ответ. Давайте пробегайте. Вот так вот.
Мне вот эти крики нравятся, когда убиваешь, блин, еще орут. Ну хотя, как сказать, нравятся. Орут, блин. Я же сперва подумал, что это за крики вчера. Добавили. Так главное, слышишь, он умирает в конце карты, но ты слышишь, как будто он тут прям перед тобой умер. Да. Самые багнутые крики. Все, победа. Это не боты. Так. Пацан тоже миссию выполняет. Вон тот, который скин получил, миссию тоже выполняет. Он тоже с пистолетом бегает. Да? Да. Я его завалил. Я его завалил, сука. Ему 20 киллов надо набить, он все прошел. Так, через 6 дней. А, через 6 дней только можно регать, я понял. Эй, а еще миссии добавят, ты знаешь или нет? Не знаю. Будет еще. Шоу. Здорово, Малан, здорово. Кому-то плохо. Там чел. Так, эй, а где эй у нас? А, вспомнил. Ё-моё, я чуть не умер. А мне вообще умирать нельзя. Супер великий челлендж. Если я выполню все миссии, я хочу что-то получить. Награды. Что, издеваетесь? Reloading. Либо я тупой, либо я не сижу тупой. Friendly Shock RC is coming. Heads up. Enemy UAV spotted. It's too close. Fight harder. Enemy contact. Friendly Shock RC has been destroyed. We've taken the lead. Hostile hunter killer drone inbound. Losing Charlie. Hunter missile on standby. Nice work. Победа? Мне осталось 2 кило. Objective almost complete. Keep it up. Я подожду 17 секунд. Не, 17 секунд я не буду ждать. Или буду. Хуй пойми. Короче, все, погнали. И миссия выполнена. Все. Подойди. Да. Окей, давай. Слушай. Еще, let's go, baby. Все сорвал, блин. Хорошо играешь, наблюдать приятно. Спасибо. Наконец-то я выполнил миссию.
Я ее нафиг перевыполнил просто. Все, забись. Блин, тупо ни разу не умер вообще. Прям четенько. А сколько я кило сделал, что у меня бомба ядерная открылась? Надо посмотреть. Йоу. А, 23 кило, короче. Ну, нормально, нормально, нормально. Снайперка. Нормально, нормально. Ай-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, бывает, бывает. Согласен. Хеберовский наркоман. Вот именно. Не. Не надо. Не надо. Да не, Хебер это теперь моя любимая оружка, походу. Эх, все-таки не могу оторваться от нее.